поговорим об ораторском искусстве. Успех вашего выступления, эффективность вашего выступления напрямую зависит от степени вовлеченности публики в ваше выступление. Как повысить степень вовлеченности публики в ваше выступление? Для этого есть очень хороший прием. Просмотрите текст вашего выступления, тезисы, и где это возможно, замените повествовательные предложения на вопросительные. Задавайте публике вопросы. Почувствуйте разницу. Вместо фразы «Сейчас я расскажу вам, как увеличить внимание публики». Вы скажете «Как увеличить внимание публики?» Вся публика тут же подастся вперед и глазами спросит вас «Как? Скажи нам!» И тут вы отвечаете на этот вопрос. Внимание публики будет 100%. Обратите внимание, что этот ролик я начал как раз с этого приема. Пользуйтесь этим приемом, задавайте публике вопросы, и вы будете удерживать внимание публики на протяжении всего выступления. С вами был Антон Деркач. Если эта информация была интересна или полезна для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.